Друзья, всем привет! Сегодня у нас премьера, у нас будет из категории гольфы подписчиков первый раз на канале Jetta. И Jetta в неплохом состоянии. Ну, каком неплохом? В хорошем состоянии. Короче, смотрите сами, а мы увидимся, как всегда, после видоса. Записываю видео для Игоря Рамера про свою Jetta. Обещал, я из Беларуси, возле города Гродно. Вам коротко пишу, какая у меня машина есть, какую я купил, пока ничего с ней не делал. На заднем плане фордик стоит, корч. Кофе пью. Кто кофе пьет, подключайтесь. Сейчас будем смотреть. Сейчас одну секундочку поставлю. Ну что, поехали. Jetta второго поколения, 91 года, 1.3 бензин. Четырехступенчатая коробка, переключение передач. Что вам про нее рассказать? Машина огонь. Кто любит, уважает, тот поймет. Давайте покажу вам пока общее состояние. Может, солнце светит, плохо будет видно местами. Я постараюсь. Так, как-то в ролике было, что саморезами прикручивать плохо, согласен полностью с вами. Молдинги, вот здесь у меня кто-то прикручивал что-то, тут подкрашивали чуть-чуть, там вздутие было, не страшно. В целом машина комплектная, все есть, все красиво. Люк, комплектация уже такая шла. Салон еще успеем показать, ржавая, надо подкрашивать. Кстати, кто-то, наверное, когда-то подкрашивал. Мне нравится этот Jetta. Это потертости, там мятинки. Бампера в круг широкие. Все красиво. Машина мне нравится. Давайте салончик откроем, посмотрим. Давайте посмотрим дверь, как открыл, на дверные карты. Они не в состоянии. Солнце светит где-то что-то. Все красиво. Полоска хромированная идет вдоль по всему периметру. Вот задние карты. Задние карты, все есть, все красиво. Так, что могу сказать по сиденью. Сиденье красивое, классное, четкие, не просиженное, плотное. Супер. Все есть, весь пластик. Все красиво. Да, я курю. Магнитола оригинальная. Включать не буду. Забракуют. Тахометра нет, часы. Люк. Ребята, люк я не открывал. На носу осень. Впереди зима, мало ли. Потечет вдруг. Панелька мягкая. Классная. Здесь у меня динамики, у кого-то открываются, как полочки такие, у меня нет динамики. Все красиво, четко. Да, где-то не убрано. Прошу прощения за эти моменты. Все красиво. Пластиковые накладки все присутствуют на салазках, где сиденье ездит. Диваны просто в суперском состоянии. Полка не заколхожена, динамиков нету.
Я вам больше скажу, их здесь и не будет. Имеются в наличии вот такие вот штуки с завода. У кого они есть, а? Вот они вынимаются вот так вот. Вот, вот сюда должны вставляться. У кого они есть? Далеко они у всех. Ну-ка, давайте посмотрим, что там написано. Германия, Audi, Volkswagen и номер. Вот так вот, это вам не Китай. По сиденьям они классные, просто твердые все. Супер. Откидывается у нас. Раз. Там что-то, не знаю, что там такое. Заводское, конечно. Ну, пацаны. Кожзам. Просто нулевый. Вот такой вот салончик. Очень мало в хорошем состоянии осталось таких машин. Я считаю, меня в хорошем состоянии авто. Немного с другого ракурса покажу. Посмотрите, просто смотрите, в каком состоянии должна находиться машина. Я вам не говорю сейчас про какие-то нюансы, где-то жучок появился, рыжики и все такое. По большому счету здесь рассказывать нечего. Машина целая, вся комплектная, хорошая, классная. Ничего не просижено, ничего не убито. Мне очень нравятся эти машины. Были когда-то гольфы вторые. Мне не нравились. Но на сегодняшний день я решил взять джету. Я доволен. Я бы хотел вам открыть багажник, показать. Но извините, не могу. Здесь стоит центральный замок. И что-то случилось, он не открывает багажник. Там все в идеале. Там показывать нечего, открывается интернет, смотрите состояние новой джеты в багажнике. Все то же самое. Может только пыль. Все стаканы, все. Ни одного жука нету. Я как-то не обращал внимания, но вот совсем недавно. Ну да, здесь видно полезло. Его жук сняли и закрасили. Вот, смотрите, стопак задний. И вот интересная вещь. Видите, как ровно идет, а здесь как бугорок такой. Вот бугорок. Интересно сделано. Наверное, на противотуманку включается. Весной хочу поставить хорошие колеса. Диски, ну, красивые. Это будет зимняя резина у меня стоять. Я не знаю, честно говоря, что с ней сделать. По большому счету, мне хочется ее улучшить. Но как улучшить? Мне кажется, просто сделать аккуратно кузов, если где-то что-то есть. Какие-то косячки, и пускай она в таком состоянии и дальше будет. Диски, колеса, все поменяют. Вот так вот, такая вот джета у меня
Друзья, ну как вам Сергея Джетта? Мне она понравилась и вся в оригинальном состоянии. И Сергей, ты говоришь, хочешь что-то изменить, поставить на нее диски, это классное решение. Я бы тоже какие-нибудь жирные диски на нее поставил. Конечно, те, которые есть, они тоже круто выглядят. И твое решение их поставить как зимние, это круто. Единственное, да, пару косяков по кузову, я бы это все убрал. Те рыжики, которые на задней крышке, постарайся побыстрее это убрать. И поскорее, пожалуйста. Потому что эта ржавчина-зараза, она так быстро размножается, ты это даже не заметишь, и у тебя уже там дырка будет. А так, я не знаю, что еще сказать. Джетта крутая, мне понравилась. Теперь мне еще сильнее охота купить себе Джетту, но пока не нашел. Ну а так, Сергей, большое тебе спасибо за видос, нам было очень интересно. Это было круто, что у нас первый раз на канале Джетта. Ну а всем остальным, у кого Джетта 2 или Гольф 2, пожалуйста, снимайте тоже видосы, показывайте ваши тачки. Нам это очень интересно, и я радуюсь просто каждому. Так что, всем классного воскресенья, отдыхайте, завтра у нас понедельник, а мы увидимся, как всегда, во вторник, есть новости, так что не пропускайте видосы, и до скорого. Всем пока!